Всем привет. Шо, ухожу от своего болеющего мужа, сейчас буду уезжать. Блин, вообще на самом деле не хочу никуда ехать. Но придется, потом еще придется поехать в магазин. Поэтому такие вот дела. Блин, так не хочется никуда ехать, как там погода вообще? Ноль и еще и туман, фу. Зайка, а ты меня на остановочку выйдешь, встретишь потом, когда я буду ехать с магазина с покупочками? Да. Да? Да. А ты откуда будешь ехать? А может, я вообще поеду в метро и на такси приеду? Ну, так я так и хотел, чтобы ты поехал. Я уронила ножницы за микроволновку. Так, ну что, сейчас буду делать распаковочку, то, что я купила. Я, конечно, подофигела, потому что в моей вообще, я такая, типа, всегда подхожу к кассе и примерно знаю чек. Но что-то в этот раз я его так немножко занизила. Ну, ничего, нормально все. Супер получилось, ну, как раз идеально. Так, что я вообще купила? Купила я вообще много всего. И первое, что я купила, это... Я когда-то показывала и очень давно мечтала об этом. И хочу, чтобы у нас было много вот такой вот посуды с таким вот узором. И я решила, что нужно же уже как-то сделать это начало. Тут просто очень красивый такой вот узор. Здесь она гладкая, с той стороны она не гладкая. Поэтому решила, Андрей, нам две штучки купить, чтобы мы уже начинали собирать эту коллекцию Люминарка. Будем же кушать с этих двух штучек, да? Так что вот, купила две такие тарелочки, потому что я очень хотела, мне очень понравились эти Luminar тарелки. Я очень надеюсь, что в скором времени у нас получится купить целый набор этих тарелок, маленьких тарелочек, глубоких. Ну, короче, чтобы у нас было полно. Также я все-таки не удержалась, в этот раз еще дешевле стоило вот это вот блюдо. Помнишь, мы тогда купили по сколько, по 70 гривен или по 80? В этот раз 60 уже стоило. Это тарелка. У нас есть такая длинная. У нас же длинная здесь. Да, у нас есть длинная. И я взяла еще круглую. Мы как раз вот завтра будут у нас кур. Ой, не завтра, а... Короче, тогда, когда будет день рождения, в субботу. У нас будут куры, колбаски. Идеально будет. Также я взяла Андрею целый кусок этого рокфора сыра с плесенью. Вот такой вот сыр. Видел? Целый такой здоровый кусок, это все тебе. Придется кушать. Так. Следующее, что я вообще взяла, это вот такие вот 4 бутылки вина. Потому что мы не будем с мамой пить мартини. Угу. Мартини пусть стоит, а мы с ней будем пить вино. И они сегодня еще придут к нам пить вино. Следующее, что я купила, это целую кучу конфет, потому что у нас уже, я давно не покупала нам конфеты. И я взяла себе ромашку, взяла Зорин и Сяйво, взяла кандинат, взяла шоколапки и челки. И знаете, что мне очень сильно захотелось? Рачки. Взяла еще вот такие вот салфетки. Люблю. У нас же есть кукурузка. У нас есть кукурузка. Все отлично. Так, взяла сыр. Взяла Андрею вот такой вот гель для душа Marcells. Надеюсь, ему понравится этот запах. Давайте проверим. Это то, что ты хотел? Угу. Сейчас, подожди.
Угу. Вкусно или нет? Да, мне нравится. Да? Я долго выбирала, потому что хочется уже какой-то такой весны, хочется чего-то свеженького и приятного, поэтому выбрала такой. Подходит? Да. Отлично. Так, все. Значит, зайчику подошло. Что я взяла? Я 6 килограмм взяла сахара, взяла вот такие две упаковки, просто по 3 килограмма. И взяла 3 килограмма соли. Это заняло у меня целый пакет. Переходим к другому. Так, тут одно есть средство гигиены личной. Я не буду показывать. Короче, у нас в этом... В Метро появились вот такие вот скрабы для тела Organic Shop. Я одну взяла с маракуйей, с папайей и вторую с манго. Вот. Попробую, потому что я очень давно хотела скраб и все никак не покупала. А в этот раз решила купить себе и порадовать себя. Взяла вот такой вот новый гель для душа, потому что у меня скоро закончится тот. И я люблю, когда у меня стоит уже гель для душа. Очень вкусно пахнет. Также это вообще просто я была транжирой, три транжира на этом. Сейчас покажу на чем. Так, ну вроде все. Набрала кучу разных масок. Вот эта маска, это огірок з мятою. Следующая маска — це перлини вот такі вот. Следующая маска вот такая вот от Beyond с гибискусом. И маска с авокадо. Такие накладки на лице. Сейчас одну какую-то уже сделаю даже себе. Также я взяла своему болеющему мальчику его любимые конфетки. Я знала, что он улыбнется. Так. Приправа для курицы, целую кучу лимона, потому что зайчик болеет, и плюс я на стол буду подавать лимоны, потому что, ну, короче, не для этого, для стола. Взяла целых 2 европейских майонеза, вот большие упаковочки. Что я еще взяла? Взяла какой-то новый полоскатель для рта с этим, фруктовая свежесть. Смотри. Mm-hmm. Такого еще не было, да? Mm-hmm. Короче, мне показалось, я не знаю, может, это не новинка, но мне показалась новинка, решила попробовать. Взяла вот такую вот щеточку для того, чтобы отмывать обувь. Чтобы можно было постирать ее так хорошо. Сейчас в моде красный цвет, поэтому решила взять нам 2 красные свечки, вот такие вот круглые, потому что они мне прикололи, вот. Решила взять эти 2 бомбочки. Захотелось добавить красного цвета в свою жизнь. Так. Купила для Андрея лопатку металлическую, чтобы он ее не поломал, не сломал, ничего с ней не сделал. И купила нам попкорн. Один просто с солью, второй с сыром. Вот. Также я купила молоко. И я купила кучу курочки. Это на этот, на мой день рождения буду делать. И последнее, что я купила, это я купила манго. Потому что я очень хотела манго. Я к нему подошла и поняла, что это просто, ну, вот его надо взять, потому что это просто мечта. Потому что я недавно брала, мы скушали, было очень-очень вкусно. Ну, в принципе, все. Это все, что я купила. Вот такой вот обзорчик небольшой получился. И все. Да? Ну что, я молодец? Да. Накупила все самое полезное и нужное, да? Угу. Ну, не делай так. Ну, пожалуйста, ну фу. Да не делай. Фу, все. Нельзя. Страшно. Не люблю, когда это лопают шарики. Теперь Оскар пошел это... Что это за бутылки такие стоят?
Сейчас грызну, я грызну. Не, ладно, не грызну. Сейчас курочку найду. Это что, курица? Ты знаешь, чем штаны пахнут? Чем? Шампанским. Угу. Очень сильно. Знаю. Ужас. Мы, короче, все, я уже накрыла стол и ждем родителей. Короче, мы как алкашня собираемся уже ежедневно, да? Лечим Андрея всеми возможными методами. Завтра еще соберемся, потому что завтра еще будет это масляное. Ну, короче, к нам придут родители еще на наши блины. Потому что вчера вообще, по идее, должна мама была. Мы должны к маме идти. Но так как день рождения, она принесла нам блины, и мы были у нас. И в пятницу опять они придут к нам, потому что нужно так вот. И, кстати, мне подарили вот такие вот маленькие две орхидеи вчера. Я купила свечки сегодня, это так все красиво, этот уголочек выглядит. Киры, открытка. Андрюшина розочка, короче, шикардос. Шикардос. Так. Сейчас здесь потушила свет. What is it? Пармезан. Нарезать чуть-чуть? Нарежь. Ну, давай. Ну что, ушли родители, а я, кстати, заплаканная, знаете, потому что мы тут переставляли все, переставляли, ни хера не получается нормально поставить. Мне это так взбесило, что я уже аж села и плакала, потому что, блин, бесит, неправильно все сделал, опять неправильно, потом мы переставили так все неправильно. В итоге вернули все обратно, чуть-чуть отодвинули, то поставили, сюда поставили, это здесь поставили, и кофемашину здесь поставили. У нас просто появилась кофемашина. Вот. Поэтому была дилемма, где же ее разместить. Фух. Неправильно просто. Ну и что это? Пизда. Бывает только что дилемма и этот стул куда теперь деть. Ну все, уже дело. Смотри. Блин, теперь шатается. А до этого не под ту ножку, не под ту. Смотри, какая же зай. Ну. Что? Дурак. Да че я дурак весь? Ты что ты бесишь? Ну, подстрочнику. Ставь теперь вот это на место. Ну неправильно ты поставил. Аккуратно ставь. Буду шипеть. Все, наконец. Бесит все. Ты бесишь, Андрей. Капец, как ты бесишь. Ну все бесит. Все дурацко получилось. Не то, что там надо было сделать. Надо было переставить так, но у нас так не получается. Диван большой. Кубик-рубик. Кстати, при распаковке, если у вас были вопросы по поводу, что это были за средства гигиены, то я думаю, вы уже догадались. Дурак. Диван. Вообще дурак. Что он вечно надо мной издевается? Вечно как пошутят свои дурацкие шуточки. Дурак. Нельзя так шутить над девочками. Мы хорошие. Просто некоторые нас не понимают.
кролик дурацкий, не, не хочет тоже. Он это делает, он за минуту, вот это вообще бред. Уже сейчас смывать макияж и ложиться спать, потому что уже очень-очень поздно. Так что, такие вот дела. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.